Общая строительная готовность Дворца культуры имени Литвинова более 40%, говорится в телеграм-канале главы города Елены Лапушкиной. При таком большом объеме работ самое пристальное внимание уделяется деталям. Речь не только о реставрации живописи и мозаики. Эти работы завершаются, но и о восстановлении потолков, дверей, зеркал, элементов лестниц и перил, люстр и бра. Последние реставрируются в специальных цехах, восстанавливаются недостающие элементы декора и конструкций. Также завершен ремонт кровли, фасадов по Победе, Физкультурной и Каховской, заменены окна. На финальной стадии реставрация крыльца главного фасада с облицовкой гранитными плитами, устройство системы отопления здания. Ведутся работы по реставрации стен и потолков внутренних помещений, фасадов внутреннего дворика, устройство систем водоснабжения, канализации и пожаротушения. Принять участие в областной общественной акции «Народное признание» приглашают в телеграм-канале Железнодорожного района. Участниками могут стать физические и юридические лица, выдвинутые инициативной группой в составе не менее 7 человек, проживающих в Самарской области. Акция проводится по номинациям «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени» и «Единство и успех». Форма подачи заявок на бумажном носителе или в электронном виде. Обращаться нужно в администрацию Железнодорожного района, в отдел по вопросам социальной сферы. Срок подачи заявок до 31 августа этого года. На акцию «Зеленая суббота», которая состоится в Самаре 20 августа, приглашают всех родителей и школьников, сообщает в телеграм-канале Советского района. На этот раз горожане будут обмениваться школьными принадлежностями. На «Зеленую субботу» можно приносить все, что может пригодиться в учебе. Школьные рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную спортивную форму, мешки для сменки, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми, рабочими и без сильных повреждений. «Зеленая суббота» пройдет по адресу Партизанская, 17Б, Экопункт. Время проведения с 11 до 14 часов. Жители Самарской области могут воспользоваться новым сервисом на портале госуслуги. С его помощью те, у кого есть задолженности, смогут оперативно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, информируют в телеграм-канале промышленного района. Интерактивный помощник был запущен Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Услуга доступна в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».